А в Африке, в Китае, в Южной Корее, в Японии и еще в других местах, там, в общем, метисов, которые смешались, коренное население, с белыми, допустим. Ну, по сути, их убивают, и никакого будущего у них нет. Их травят в школе. По сути, можно себя успокаивать, допустим, если ты смешался с местным, с кем, какой-нибудь там девушкой, и родились дети. Можно себя успокаивать, что вот красивые, красивые дети, уникальные такие, необычные родились, но там их ничего не ждет просто. Просто сравни в России, как относятся нормально к метисам, а в Южной Корее их просто пиздец, в школах там их так гнобят, блядь. Казалось бы, цивилизованная Южная Корея, да, казалось бы, западные ценности должны быть, но нихуя. По сути, это и есть расизм. Только, причем, ну, смешалось с белым. И все, пиздец. Потомство, пиздец. А в Китае вообще существует такая практика, и на законодательном уровне, что если человек с психическим отклонением не имеет права размножаться, ну что, на что это похоже? How could you love me, but you don't receive me? Special. Jumex, stay tonight. Слушаю. И Рамштайн. Я вот уже месяц как почти отказался от миртазопина, это серьезный антидепрессант. Ну, мама меня подгоняет там, съезжай там, запишись в качалку, еще туда-туда. Она не понимает, что у меня сейчас отмена миртазопина, это депрессия преувеличенная.
Да еще и вчера я пробежку устроил. Свити Фокс меня вдохновила просто. Мне сейчас надо оклематься просто, когда организм привыкнет, мозг, к отсутствию мертазопина. По сути, можно сказать, я вообще перестал антидепрессанты принимать. Этот флуоксетин, это очень мало его. Что если мне как тот чел из Сосновоборска, который ищет богатую и целомудренную. Только я вот искренне, я не ищу ни богатую, ни целомудренную, я просто ищу вот душевного тепла и все. Серьезных отношений. Я даже вот, в принципе, с той же Анной консервы я мог бы, но какой в этом смысл? Ей не нужно это ничего. Да, в принципе, я мог бы жениться на ней и детей заделать, и нормальную семью сделать. Потому что какие в этом есть преграды, если к тому же. Ну, то есть финансовой преграды в этом нет, потому что она у нее, ну как бы, и переизбыток этого всего. Ну а конечно, тех, кого она находит, это просто те, кто потрахаться хотят, и все. Собутыльников там, наверное, я не знаю. Я бы мог, например, написать, я могу жениться на тебе, семью создадим. Ну, можно было бы написать, в принципе, но смысла нет. А, ну я не знаю, я что-то слышал от Хика, что она вроде там говорила, что мой будущий муж должен мне купить там 3 квартиры в разных городах, в Москве, в Турции и в Грузии, еще где-то.
Так я просто не понимаю, зачем ей 3 квартиры, если у нее и так денег навалом. Какой смысл? Ей что, мало что ли? Все мало что ли? Какой-то странный. Странно как-то. Она не работает и просто живет для себя. Зачем ей еще, чтобы муж квартиры покупал? Не понимаю. Что она имеет против нищих людей? Не понимаю.